И к новостям экономики. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 66 рублей 9 копеек. Курс евро 77 рублей 96 копеек. Рост валюты скажется на стоимости многих товаров. Как обстоят дела с ценами на товары бытовой химии в Ланде, расскажем в нашей постоянной рубрике «Обзор цен». Порошок «Ушастый нянь» 400 граммов отечественного производства в Барисе можно купить всего за 29 рублей 50 копеек. В Стаме порошок стоит 53 рубля ровно, а в Спаре 59 рублей 30 копеек. Шампунь «Крапива» производства фирмы «Чистая линия» – 250 мл. Самую низкую цену предлагает «Барис» – 41 рубль 50 копеек. Зубная паста «Калгейт Палмолив» – «Алтайские травы» – 500 мл. В «Барисе» – 46 рублей ровно. В «Спаре» зубная паста стоит 71 рубль 20 копеек. АО «Средство для мытья посуды» – 500 мл. Самая высокая стоимость в «Стаме» – 85 рублей ровно. Самая низкая стоимость в «Барисе». Средство можно приобрести всего за 56 рублей. Шампунь «Эльсеф» сила аргинина 250 мл. В «Барисе» можно купить за 79 рублей, а в «Стаме» цена на продукт – 181 рубль. Бальзам «Сила Аргенина» зарубежной марки «Эльсеф» 250 мл. Абсолют предлагает цену 144 рубля. В «Барисе» бальзам можно приобрести за 79 рублей.